В районе во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях продолжаются ремонтные работы. 28 июля наша съемочная группа побывала в дошкольно-образовательном учреждении «Аула» и встретились с заведующей Ириной Хатковой. По графику ремонт должен был начаться 10 августа, говорит она. Но благодаря спонсорской помощи братьев Мамруковых это стало возможным гораздо раньше. О том, что уже сделано, заведующая говорит следующее. Проводятся уже ремонтные работы, завозят материалы и начали делать фундамент, штукатурку. Полным ходом идет работа. Они начали неделю тому назад, но проделана уже огромная работа. Огромное за это спасибо от родителей и от нас, сотрудников детского сада. И в дальнейшем мы хотим сделать ремонт внутри, текущий ремонт внутри групп. Это будут делать наши сотрудники, воспитатели, младшие воспитатели, все сотрудники. Одной из проблем детского сада являются старые прогнившие рамы окон. Очень надеемся на наших фермеров, потому что надо заменить окна. Окна у нас в плачевном состоянии. И деревянные окна, они уже гниют, и поэтому их срочно надо менять. У нас в сельском поселении их очень много, поэтому желательно, чтобы они помогли нашим детям. Ирина Хаткова выражает огромную благодарность родителям, которые ежегодно вносят большой вклад в подготовку учреждения. В этот же день мы посетили сельский дом культуры. Напомним, что по инициативе депутата Госдумы Мурата Хасанова были выделены средства на ремонт здания. С 24 июля начали ставить окна. На первом этаже установка уже завершена. На очереди второй этаж. Затем будут установлены двери. На сегодняшний день демонтирована практически вся система отопления, которая впоследствии будет заменена на новую. Материал для этого уже закуплен и доставлен на объект. Все ремонтные работы будут завершены 25 августа, а сдача здания состоится 1 сентября.